3, 2, 1, 0! Ты на канале Мисс Николь! Сегодня у нас будет гимнастика с обручем! Сегодня у нас замечательный тренер! Это так неожиданно! Но тренер у нас... Мисс Николь! Ой, спасибо, спасибо, так неожиданно! Сегодня я буду тренером, потому что я занималась гимнастикой. И я буду показывать элементы ребятам. А еще сегодня у нас будут невероятно жесткие наказания. Ну, в принципе, как всегда. Всего у нас будет 5 раундов. В каждом раунде будет свой проигравший. И свое наказание. А в конце челленджа мы узнаем, кто победил полностью. Погнали! Ребятки, я посмотрела наказание, и сегодня будет реально жестко. Ой-ой. Ничего страшного, прорвемся. Ну что, сейчас у нас первый раунд. Но перед этим нужно выбрать наказание для проигравшего. Кто хочет крутить колесо фортуны? Я! По-моему, первая была Злата. Итак, крутим. Что там? Подушки! Не на жизнь, а на смерть? Да что вы переживаете? Биться подушками — это очень весело. Мы в детском лагере всегда дрались. Ага, Бодя как ударит, то лица не останется. Ну что, погнали смотреть элемент! Начнем с прыжка с обручем. Это и будет нашим первым элементом. Ну давай показывай, я уверен, что там легкотня. О, братик, ты еще тут не снимался. Итак, первый элемент называется козлик с обручем. Козлик? Это интересно. Что, Бодь, напоминает что-то? Да, как я был у бабушки, игрался с козликом. Я бы хотела это увидеть. И выглядит это так. Да, это настоящий козел. Угу, прям как мой бывший. Ну что, споримся, кто будет первый выполнять? Погнали! Конечно, бумага, первая ножница. Бумага, раз, два, три. Будь, давай опять с тобой как идти! Будь, а хватит! Может, тут бумага, раз, два, без ножниц. Спорим, кто будет последний, а кто предпоследний. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Да, я последний! Ой, победил маленькую девочку, нашел чему радоваться. Ой, умничай. Заметили закономерность? Когда я первая, постоянно проигрываю. Чувствуете? В гимнастике я ноль, как этот обруч. Злата, давай! Надеюсь, она проиграет. Я тоже. Ну, вообще неплохо, да, но ей хана. Я всегда мечтал, чтобы девочки так кричали, когда я выхожу. Я тут тоже! О, нет. На такое гимнастическое шоу я бы сходил. Я видела, как делает Богдан Злата. В принципе, я в безопасности. Поэтому просто кайфанем. Какой фееричный финал! Ребятки, возможно, вам кажется, что это очень просто, но на самом деле эти гимнастические элементы очень сложные. Легко запутаться в этом обруче и дать себе по голове. Да, я! Ребятки, честно говоря, ощущение, что я проиграю. Это не то, что я в себя не верю, просто есть чувство, что попахивает задницей. Да, действительно, запах не очень. Шанс. У меня тоже. Сейчас вы увидите настоящее шоу. Ну вы поняли, кто тут победитель. Погнали смотреть оценки! Ну что, вы готовы услышать оценки? Да! Итак, первое место. Снежа на 10. Получилось безумно странной и на втором месте. Да, я. Что? И Богдан. У них по 6 баллов. И на последнем месте Арди. О, он еще радуется. Видно, не знает, что будет дальше. Арди, у тебя 4 балла. Погнали выполнять наказание. Итак, твое наказание. Тебя будут бить этой подушкой до тех пор, пока из нее не повылазит пух. Ну, боже, это жестко. Я готов. Я тоже. Арди, 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 Арди. Ого, я не ожидала. Посмотрите, как прикольно смотрится. Снег, как будто снег.
далеко. Ну, честно говоря, это было даже весело. Немножко больно, правда, но ничего. Я старался. Ну что, вы готовы к следующему заданию? Да! Но перед этим мы выберем наказание. Я! Так, Богдан был первый. Что там? Стрёмное лицо. У меня и так лицо стрёмное, куда еще хуже? Боль, не наговаривай на себя, ты очень даже симпатичный мальчик. Да, согласен. Арти, ты меня пугаешь. Погнали смотреть элемент! Следующий элемент – колесо с обручем. Чего? Сегодня явно кто-то хочет, чтобы я поломалась. И этот кто-то, сейчас вам намекну, 3-2-1-0. Сломайся! Ой, давай! Проблема меня и обруча в том, что я занимаю всю его площадь. А тут надо еще и на руках стоять. Но мы мужики, мы справимся. Как же я счастлива, что ты у нас есть. О, и обруч даже не погнул, молодец. Нет! У меня есть одно преимущество. Я занималась гимнастикой, поэтому мое лицо стрёмным не будет. У меня есть две задачи. Первая – не сломать обруч, второе – не сломаться самой. Ух, еле выжила. Ну, я уверен, что я в этот раз не поиграю. Надеюсь. Какие мы токсики, Боня, пора прекращать кошмар. Это раздор получился. Интересно, у него есть девушка? Ну что, пойдемте слушать оценки. Ну что, готовы слушать оценки? Да! Итак, первое место, Снежана! У нее 9 баллов. Второе место, Злата! Между прочим, у нее 7 баллов. Третье место, Тая, у нее 6 баллов! Четвертое место, Арти! У него 4 балла. Так, ну что, погнали смотреть наказание! Суть наказания в чем? Богдану обмотают лицо скотчем, и он так будет целый раунд. Если бы у Богдана были длинные волосы, это был бы капец. Посмотри на его брови! А, реально, кто-то сегодня будет без бровей. Ну, погнали! Ага, ничего не поменялось. Я бы с таким на свидание не пошла. Ребята, в ролике с роликами меня не было. Но там разыгрывали футболку с нашими автографами. Вот так она выглядит. И я хочу объявить, что ее выиграла наша подписчица. Зовут ее Маринка Жуковская. Марина, чтобы забрать футболку, напиши мне в Инстаграм, и мы ее тебе отправим. А теперь хочу обратиться к всем тем, кто не подписан на канал. Ребята, мы будем делать еще столько крутых розыгрышев призов. Некоторые из вас даже смогут попасть на канал. Поэтому обязательно подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Давай, даю тебе 7 секунд. Успеешь? Это твой личный челлендж. Погнали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Успел? Молодец! Это было сложно, но если ты успел, ты настоящий подписчик! Все, целую нежно. Ну что, следующее задание? Следующий элемент. А для начала выбираем наказание. Кто крутит? Я буду крутить. Арти был первый. Крутим. И это свежее дыхание. Опять. Некоторым не мешало бы освежить дыхание. Да, Злата? Ты обалдел? Погнали смотреть задание! Следующий элемент, следующее задание называется прокрутка. А можно без ноги? Вот это Николь как придумает что-то, вот как это сделать?
Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот как вы думаете, вы бы смогли это повторить? Я лично не цирковая, ну серьезно. Отойдите лучше. Я говорю, что я могу кого-то выпить. Так, получается. Браво! Раунд начался, теперь я могу снять этот скотч. Хорошо, что хоть кувыркаться не надо, уже легче. Так что, справимся. Элемент непростой. И справиться с ним не так уж легко. Но сегодня мы идем явно на победу. Она будет наша. Не зря же Тая цирковая. Вот. Я? Что? Вы про меня? Короче, ребятки, будем пробовать, пока не знаю, что получится. Ура, братик! Наш клиент. Еще миллиметр, и меня бы образ прилетел. У меня хоть щит есть. Очень по-джентльменски. Жизнь крутила и мотала меня по разным уголкам. Теперь пришло время и мне покрутить хотя бы обруч. Хоть не попала, слава богу. Ну что, погнали слушать оценки. Ну что, готовы услышать оценки? Да! Итак, первое место Снежана. У нее 8 баллов. Мне так нравится, как Снежка постоянно удивляется. Ну, мне просто 6 баллов, второе место Ати. Разыгрался мальчик. Третье место. 5 баллов разделили 2 участника. Тая и Богдан. И последнее место. Прекрасная, замечательная Злата. У нее 3 балла. Тройки я в жизни не получала. Ну что, погнали выполнять наказание. Итак, твое наказание — свежее дыхание. Я тебя правда сочувствую. Я же говорил, что тебе полезно будет. Богдан, не виси. Итак, суть наказания. Каждый из нас с закрытыми глазами будет чистить тебе зубы. Это будет отвратительно. Чует моя душа и мои зубки. Ну что, выдавливаем? Ну что, руками трогать, если что, нельзя. Надеюсь, это зубы. Ага. Блин, твою щетку укусила. А тебе Снежана. А, Снежа! Я не вижу, где ты просто. Я уже надеюсь, попала. Ага, да! Снежа, ты не макияж делаешь, ты зубы чистишь. Зубы чистишь. Засуньте. Ага. О! Профессионально. Тебе опять по носу попали. А ваха як! Богдан, даже не гневай. Богдан! Богдан, это было так жестко! Фух, наконец-то теперь не воняет. Я тебя убью. Ну что, вы готовы к следующему заданию? Да! Итак, кто будет первый крутить? Я. Что там? Изгнание? Из меня никого изгнать не надо. Ну да, мы уже пастой все изгнали. А реально звучит, как будто что-то жестокое. Пойдем смотреть элемент. Итак, элемент называется заднее равновесие с обручем. Этот раунд будет изгнание. И звучит так, будто могут выгнать из канала. Или из этого челленджа. Поэтому проигрывать явно не хочется. Я не хочу никуда уходить. Ну что, погнали, я справлюсь.
Надеюсь, наказание изгнания это про мой вес. Они возьмут и изгонят его из меня. Бодя, прости, это нереально, это выше наших сил. Это просто вселенская магия, черная. Просто что-то... Я ненавижу это, в общем. Это вообще ровная линия, ты заметил? Я такой ровной линии не видел, даже когда мне батя алгебру чертил. Геометрия. Ой, ну ладно. Это задание очень зависит от растяжки, а она у меня не очень. Зато я просто красивая, так что мне все равно. Поехали! Я не менее красивый, чем Тая, поэтому у меня получится лучше. Так напрягся, как будто на унитазе. Погнали слушать! Кто победил, кто проиграл? Смотрите, наказание! Ну что, вы готовы слушать оценки? Да! Первое место! О, как неожиданно! Снежана! У нее 10 баллов! Ого! Не, ну она реально идеально делала. Второе место! Неожиданно для этого человека это Злата. И у нее 8 баллов. На третьем месте Тая. У нее 7 баллов. На четвертом месте это Ади и Богдан. У них 5 баллов. Они спорятся на камень, ножницы, бумага. Погнали! Перед тем, как вы будете играть в камень, ножницы, бумага, я должна сказать суть наказания. Это придумала не я, это такое наказание. Одного из вас изгонят из этого челленджа. С позором. А тот, кто проиграет, должен будет уйти и не сможет его выполнить. Ого, это так жестко! Капец. Да, конечно. Ребята, честно, придумала не я. Я не хочу уходить, я хочу доиграть челлендж. Я тоже не хочу, я в первый раз тут снимаю, алло. Раз, два, три. Это очень жесткое наказание. Ну что, придется изгнать Арти. Уходи, 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 уходи. Честно говоря, очень жаль, что меня выгнали, но такое наказание. Напишите в комментариях, кто хотел бы, чтобы я остался, а я пошел. Знаете, Арти изгнали, когда грустно стало. Ага. Так ты же сама его изгоняла вместе с нами. Ну мы здесь не виноваты, это наказание, его нам дали. Согласен, но я рад, что я не проиграл. У нас осталось последнее наказание, а Тая еще не крутила. Так что крутит, а точнее читает Тая. Ура! Начинаем. Что же будет? Что там? Порча имущества. Что? Это порча имущества. Это, наверное, телефон разобьют. Еще что-то сделают, штаны еще что-то. Запачкают, штаны порвут. Конечно, по-другому у нас на канале не бывает. Главное, чтобы не мой телефон и не мои вещи. Погнали к элементу! Этот элемент называется дорожка кувырок с обручем. Это выглядит вот так. Честно, дорогой дневник, я хочу признаться. Это мой дневник! У меня есть тоже личный. Я никогда не пробовала делать данные элементы, и мне очень страшно, что это будет дальше. Потому что я не хочу, чтобы мои вещи портили и ломали. На этом все. Надеюсь, еще увидимся. Ребята, а вам не кажется, что она похожа на попугая с этим колесом? Я хороший, я хороший, я хороший! Нет. Хорошо, хорошо пошла! Надеюсь, я не сломаю себе ноги с этим колесом. Ну, хотя тут может быть все, что угодно. Он человека изгнали недавно. Буквально, если вы видели, в прошлом раунде. Так, секундочку, сейчас все будет. Давай, и... Давай.
нормальный тюленчик. После тех тюленей, которые я видела, настроение спокойное, уравновешенное, я думаю, у меня получится. Бэтмена. Правда, немножко недоделано, но ничего. Не детонатор. Погнали, наказание! Итак, ребятки, повторяю, все наказания придумала не я. В чем суть наказания? Вы должны взять, разрезать или поломать чехол от телефона. Я знаю, как Богдан любит свой чехол, как он мне рассказывал, как он его заказывал. Это самый лучший чехол в жизни моей. Боже, как хорошо, что проиграл не я, потому что я свой чехол вчера купила. Ну что, Богдан, разрезай свой чехольчик. Аккуратно только. Ребятки, я так любил этот чехол, но наказание есть наказание. Итак, ребята, готовы узнать финальные результаты? Да! Итак, первое место Снежана, 45 баллов. 30 баллов. Да! Третье место Тая, 29 баллов. Четвертое место Богдан, 23 балла. И последнее место Арзи, его изгнали, но у него 19 баллов. 3, 2, 1, 0. Ты на канале Мисс Николь. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. И не забудь поставить лайк. А мы